Мы предлагаем там, можно делиться, для команд, так далее. Вторая А, вторая Б. Как смысл такой? Там по 4 человека приходят у нас. Да, это не хорошо.
Остановилась. Остановка, сброс, а удара по воротам нет. Пытается обосрать корреспондента. Я хочу, нет, ну ясно, но все равно надо как-то тоже. А вот так вот, они такие вот... Ну да, задницу лежат. Я их не вижу. Никто так не показывает, как так. Обхадить с ним проголодить. Лево. На 8 отель, да.
Ава! Завалил. Ну, классный мир. А дальше мы вам не покажем. Чуть зрение не будет. Официально. Да конечно, Вот все. Да, это было мило, да?
показывали вчера. Это же. С нагером Салават. Второй лист. Откуда вышли с тобой? Так и сад. Новую. Стрелянную дорожку взяли. Я уже не знаю. Это миллионы танков. Танков. Здесь такой. Короче, он 1.60 роста. Его не видно, не будем тут. Маленький рост, короче, ну пойдет. Какой спорный. Короче, он вообще был. Привет, какой-то маленький. Не похож. Сзади лево! Играй! Лучше, сзади, лучше! Валет,
фальш сегодня тут отдали. А там играет это. Толчок делаю. Что там? Не равно? Конечно нет. Мы на стройке. Да, мы на стройке. Тут тут манула, на что ты там? Да, был. Вот это, 2-2. Смотри. Ну, Кудряшов поставил из-за того, чтобы кусок, чтобы жирков вперед двигать. Он так пришел и сказал, что он идет вперед. А ему непонятно, почему он наши центры нашли, а он за мной не поставил. И уже центр шоу, когда он помнит у нас. Хорошо там забил. Зобнин в такой форме был в прошлом году. То ли он травмировал, он травмировал уже был долго. Да. Да? Ну, немножко. И придет много. Браво! Да, как его смогло. Он там король был в Краснодаре. Все на него играли. А тут как не выпускали. Это не хватает. Нет, все равно влияет. Или ты сидишь, чтобы ты не даешь основу. У них денег хватает. Да хватает. Сидишь, не хватает. Они там какой-нибудь основе они играли. Давай, сюда! Иди сюда!
Чайковского хожу, а он телепает, что в 11:30 я уже отработал. Еще буду спать. Он полсмены работает. Да, полсмены. Ну, и полсмены, и полставки, соответственно. Вот этот как бы начальник своих не бросает. Да, Андрей говорит, не хуй, начальство. Подумают, подумают. Нет, ну, как это служить? Там, в основном на Точмаше, полжизни на Точмаше работает, полжизни на Точмаше. Сейчас тут вот уволили. Да никто не пойдет там точить. Да пойти-то можно. За копейки. Да не пойдет, не пойдет. Молодежь не пойдет. Ну, лучше наблюдать. Да вот в эту воле делают. Психологически на одном тебе. Не дай бог, что случится. А так, он знает, как идешь. Он сына Васьки знает, да? Там работает. Васьки сейчас там работает? Нет, по снабжению. А Игорь, старший сын, он же главный инженер. Поэтому начальник не был.
Вот так.
Забьется в угол, он синий оттуда вылезает, от страха. Играй!
Главное не сильно, да? А мы бьем,
Да,
уйдите, уйди! Там Ориган, Палермо. Никит тоже близко.